Всем привет! Снова Дюссельдорф. Ну вот смотрите, такие исторические кадры. Это было в мае, мне сын приезжает и говорит: «Мама, хотел тебе снять такое видео хорошее, но, говорит, портной, который...» Я говорю: «Какой портной?» Он говорит: «Ну, в часах, которые, говорит, на карантине посмеялись, показывает мне точно». Вот представьте, ведь это самая оживленная часть, это же сердце туристов. Тут в такой... Эта площадь, она не пустует ни зимой, ни летом, ни ночью, ни утром. Вот эти стулья слева-справа, это все расставлено. Вот это прямо вместо отопления факелочки горят. Ну, то есть это самое сердце туристов и вообще тусовок. А тут здрасте. Я сначала даже не поверила ему, что этот портной не выезжает с этих часов. Но он говорит: «Ну вот тебе, пожалуйста». Ну вот смотрите, часы эти, они потом дальше посмотрите, чем они знаменитые по своему этому преподнесению. Снизу указано время, по которым действие это все происходит. История такая всего этого. В город приехал 1811 год, приехал Наполеон, и этот умник портной, вот написано, видите, Шнайде это портной, Вибель это фамилия его. Вот он, собственно, персона. Выехал, видите, в руках у него иголка, нитка, и по истории, по легенде, он что-то сумничал по счету Наполеона о его росте. Тот до того дошло, разгневался, где этот умник, сослать его в каторгу или в тюрьму кинуть, не одно и то же. И портной что делает? Он берет и вместо себя подмастерье своего отправляет. Тот, естественно, погибает в этой тюрьме. И этим он прославился у горожан, как самый такой находчивый, смекалистый. И в честь этого, вот представьте, да, у меня свое отношение к этой истории. И он, как бы, они вот сделали в честь него часы эти. И вот этот переулок, который, ну вот, вот сейчас до этого был, он тоже назван в честь него. Так что вот так, судите сами, стоило такому человеку такие почести или нет, это уже другая история. А мы с вами только о позитиве, только о хорошем. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, будете получать новые видео. Будем путешествовать, скоро мы с вами едем в отпуск. В сентябре мы с вами стартуем. Поедем. Куда? Я вам сниму отдельное видео. Но если у вас какие-то предположения есть и догадки, пишите в комментариях. Кто угадает, я сразу сдамся. Скажу: да, вы угадали. Люблю вас по-человечески. Всем пока-пока.